Инга, из истории нам известно, что такое ремесло, как ткачество, предваряло плетение. Расскажи нам, вот, каково было плетение у абхазов? Ну, вообще ткачество – это очень интересная, конечно, тема и обширная, очень широкая, обширная тема. Ну, конечно, говорить уже, дойдя до ткацкого станка, конечно же, у нас первоначально это было плетение. С каменного века можно так отчет так вести. Ну, конечно же, окружающая природа, которая, в общем-то, сопутствовала плетению, это камыши, это кора деревьев, да, тростники, которые, в общем, окружала. Ну, первоначально, конечно, они делали и обувь, плели из растений, ну, циновки, которые у нас известны на территории Абхазии, которые делали тоже наши местные. И сегодня даже прослеживая, да, вот с каменного века, и сегодня тоже мы видим эти плетения из орешников, великолепные корзины, конусообразные корзины, цилиндрические корзины, которые сегодня находятся в быту. Ну и, конечно же, говоря вот именно о древности, вот это плетение, которое привело даже у абхазов, ну и рука даже, этот инструмент, да, мы знаем наших этнографов, когда зарисовки руками плели определенные нити для украшения шапок войлочных тоже. Ну и, конечно, уже когда люди научились выращивать, то есть вообще ткачество тесно связано с сельским хозяйством и животноводством, как раз-таки мы видим этот период, с неолитического периода как раз-таки уже появляются нити определенных растений, как льняное производство, лен, который выращивали на территории Абхазии, это широко известно. Они очень интересно, когда сеяли лен, очень густо сеяли, для того, чтобы стебли не были толстыми тоже. Ну и, конечно же, вот именно снопы, которые собирали, они высушивали на крышах домов и потом уже замачивая, то есть трепали и делали, вот внутри образовались уже волокна, которые, в общем-то, и делали нити. Ну, шерсть, конечно, животноводство, в основном мелкий рогатый скот, который у нас в Абхазии это было принято, да, держать овец в основном. Но абхазские виды овец, к сожалению, уже нет, исчезли даже, можно так сказать. Два вида, которые, в общем-то, известны, это курдючные, это, которые употребляли на мясо, и длинношерстные. Но таких вот, и вот это именно содержание овец у нас уже тоже не наблюдается. Да. Ну, какие-то жертвоприношения в основном используются, но как шерсть, вот именно стрижка овец, это уже у нас не существует, так можно сказать. Ну, конечно же, наряду с льняного производства у нас еще можем сказать, что выращивали, сеяли коноплю тоже. Ну, конопля в основном это грубые нити, которые получаются, тоже очень интересно, но для, в основном для веревок. У нас известные вот именно из конопли делали веревки не только для сбора винограда, и на колодцах они ее использовали, в горах использовали, как в виде альпийских, вот именно высокогорные использовали. Ну, такие вот разновидности веревок можно наблюдать по всей территории Абхазии. Сегодня даже помнят об этом. И даже сейчас появились шнуры, вот именно веревочные, да, и некоторые даже в селах, я знаю, что могут скручивать и показывают, ну, и в обиходе используются тоже вот такие вот интересные материалы. Но не потом, уже позже льняное производство отходит и появляется хлопок. Сюда появилось из Англии, сюда, в общем-то, вот эти тоже в 19 веке семена, да, и начали сеять. Ну, бамбора, амбара мы говорим, да, как раз вот место, где сеяли и выращивали хлопок. Названия такие очень сильно вообще на территории Абхазии очень осталось, где выращивали пшеницу, ну, а чатра, говорят, льняные тоже не знают, где вот именно выращивали определенные виды растения для использования в хозяйстве.
тоже. Вот, ну, такие вот, уже говоря о растениях, конечно, уже мы видим, люди научились от плетения к ткани. Ну, что такое вообще ткачество? Это, конечно же, производство ткани на ткацком станке. И вот мы стоим с тобой, да, у ткацкого станка. Расскажи, пожалуйста, кто этот станок воссоздал, и что он делает, может ли он плести по-настоящему сейчас ткань? Ну, вот вообще, мы часто, я уже говорила, новоделы, ну, музея мы используем. Конечно, древние наши вот части ткацкого станка, они у нас в музеях хранятся. Вот именно частицы, которые здесь вот у нас для, значит, я выбрала, не все виды, допустим, но все равно части ткацкого станка 19 века, они у нас в музеях хранятся. Ну, из-за была программа Аланы Тая во главе, я знаю, что вот в 2004 году с нашим с музейным сотрудником отдела этнологии с Белой Кецпой, они вот, я думаю, что еще, я помню, что принимала участие, активное участие Агума Азор. Ну, да, у нас они были детали, они восстановили этот ткацкий станок, но как ты видишь, она у нас не полностью собрана, но в связи с тем, что я дальше хочу продолжить вот именно вот этот ткацкий станок, чтобы она была уже в действии, чтобы могли дети могли ткать, хотя бы один уток хотя бы запустить, чтобы они поняли, как это все работает. Угу. Конечно, пока еще не настроено, нужно собрать, но для того, чтобы собрать, нужно приобрести нити, не только домотканные, именно домашнего производства, но можно и фабричные, ковровые нити можно использовать в этом ткацком станке. Ну, конечно, его сравнивая, у нас есть фотографии ткацкого станка, мы видим за работой девушек, ну, это одна, если делали очень сложный узор, конечно же, принимали участие два и три ткачихи. Вообще, хотела сказать, что паласы, настенники, полотенца – это золотая коллекция нашего музея, собраны нашими известными этнографами в основном, и, конечно же, это таких уже на территории Абхазии, к сожалению, мы не можем собрать. Ну, начну, наверное, с ковров. Это уникальные ковры, но все виды, разновидности, конечно, мы в экспозиции не можем показывать, но самые интересные, более распространенные можно показать. Вот геометрический, мы говорим, узор, да, геометрический узор, они бывают разные. Это многогранники, кубы, квадраты, это собирательные, да, они бывают даже совместные, то есть куб в кубе, посередине звезда, то есть они бывают объемными. И каждый, конечно, до нас все названия на абхазском, к сожалению, не дошли, но есть определенные, вот ума собранные, когда собирала материалы, и слава богу, они существуют. Допустим, вот именно цепью, когда ромбы соединены, называют след лошади, аштра, так называется. Есть более распространенные такие многоугольники среди, посередине квадрат, допустим, такой. Тоже вот форма лохани, так вот, если грубо сказать, а по-абхазски оно алагяна сахя. Тоже вот название. А есть еще переплетение, вот именно как плетенки тоже. Ну, акалат аца называют тоже. Вот такие. А есть след собаки. Тоже очень интересно, это много в виде звезды, более широкая, то есть в виде ромба, в виде многоугольника. То есть такие тоже вот названия, некоторые, конечно, они остались. Но очень интересно, вот в центре у нас ковер, вот именно с изображением животных. У наших этнографов там есть описание, когда делали туров, или же зубров, ну, таких вот медведи. Но есть шикарные олени, вот как раз вот перед нами четыре оленя. Тоже очень интересно, не только вот именно животные тут изображены. Бордюр, вот и обратите внимание, бордюр очень сложный рисунок, тоже в виде соединенные, да, вот растительным орнаментом. И посередине, по всему черному, значит, основы ковра идут растительность. И обратите
внимание, еще там в виде букв «Н». Да. Но это очень, вообще ковры, они дают историю народа, если вот читать ковры. Но, к сожалению, мы сколько веков с поколения в поколение передаются все вот эти виды, разновидности, да, формы. Но вот именно расшифровка и вот эти орнаменты, конечно, у нас еще плохо изучены. Совершенно очевидно, да, что эти буквы не просто, да, так, в этих, да, коврах. Да, но это не фамильные и не именные, это тамги наверняка, потому что тоже несут знаки, какую-то информацию. А что касается оленей, тоже очень интересно, это не как там для охот, а я вот спрашивала у наших диаспоры, они очень интересную информацию мне выдали. Вообще наверняка олени, косули, они были священными животными. И по их рассказу, что олени являются проводниками душ человека в посторонний мир, тоже вот носители, вот тоже один из таких элементов, когда вот именно вот олени дают такую информацию тоже. Ну, четыре, вообще очень у нас очень интересные числа, которые, в общем-то, здесь показаны. Четыре оленя тоже. Ну, просто так у нас вот эти числа тоже не появляются. Ну, в ткачестве, вот именно в полотенцах, это мы часто замечаем. Я, да, хотела сказать, Инга, что даже в мою бытность в селе Джерхуа, где наш родовой дом, я очень хорошо помню, в зале висел ковер с оленем. С оленем. Но были известные мастерицы по всей территории. Они знали, что она такая рукодельница. Обычно говорили, что такие девушки срисовывают на лету птицу. Или же руки ее сыпят золото. Ну, это говорит Аллапыхэла Хепсотха Устерхот. Да, тоже такие вот знания. И поэтому многие собирались, ну, в то время, конечно, были плохие дороги на лошадях, они специально приезжали к мастерице и просили ее узоры, схемы. Мы знаем, что такие схемы, узоры, они держали в специальных шкатулках, адапа мы называем. И там тоже уникальные узоры, которые проходят по дереву. Это солярные знаки, которые означают, да, вот именно такие движущие лучи солнца, пангыла мы говорим, да, это оберег. Оберег. Вообще весь вот именно шкатулка, она очень выразена разными фигурами, солярными знаками. Но это имеет определенное значение защиты от всякой нечисти, так скажем. Ну, такие элементы, которые сохранились в деревообработке, мы знаем, в узорах фриз у нас очень много тоже. Но говоря уже о солярных знаках, тоже очень интересно. Часто бывает, изображают солнце, луна, ну, у нас они как с живыми, так с существом люди относятся. То есть луна – это мужчина, солнце – это девушка. Тоже вот один из таких элементов, который у нас существует. Ну, бывает, что когда солнце, затмение солнца, когда вот бывало и бывает, часто сопровождается стрельбой. То есть это вот дракон поймал, поэтому для того, чтобы дракон опустил солнце, он должны были сделать стрельбу. От стрельбы якобы отпускает. Тоже на какие-то элементы вот солярных знаков, которые существуют. Ну, очень во многих обрядах у нас существует солнце и луна. Почти во всех дневных обрядах они существуют. Инга, вот делая, да, вот подытаживая историю именно о станке, у меня такой вопрос. То есть сейчас, вот в наш 21 век, ни в одном селе Абхазии нету станка, и мы не производим. Это ремесло умерло, можно так сказать? Я бы хотела так сказать, что фактически это исчезло. То есть на территории Абхазии, ну вот восстанавливают, как бы ты его не восстановил, но производство, вот именно соревнуя с фабричными тканями, конечно, она не долгосрочная. Просто ты определенных для того, чтобы узнать, как это все делается, да. А на самом деле мы не пошли дальше, вот как, допустим,
допустим, впервые были созданы фабрики в Англии, созданы, да, вот именно как раз-таки запатентованы ткацкий станок, они уже являются механическими, челночные тоже вот один из таких элементов, без челнока тоже уже работают на электричестве. То есть они уже сформированы, такие вот совершенствия уже, такие уже станки, конечно, они где будут... Поэтому, наверное, очень важно, да, что вот здесь вы в музее вас создали, да, и наша молодежь может видеть, а как оно все начиналось. Все начинается. Да, вообще ткацким станком очень интересна вообще работа, очень много фольклоров, очень интересных обрядов, запретных обрядов, которые существуют, связаны с ткацким станком. Вообще вот именно ткачи, у них были запретные дни. Вот у нас у каждой фамилии есть запретные дни, да, да, правильно же? И также вот ткачиха, когда запретный день, она никогда не начинала какую-то работу. Даже она не могла, даже приходя, если попросят пряжу, там, нити, она никогда не давала. Ну, конечно, покровительствовала богиня Ирыш. К Ирышу они обращались перед работой. Обращаясь, они просили Ирыш, мол, к дочери Ирыша, невесте Ирыша Быстрорукой, чтобы их начало работа благополучно завершили свою работу. Ну, такие вот элементы, когда вот это вот именно связано с богиней Ирыш. Но есть сказание очень интересное, когда ткачиха нарушила запрет. И, конечно же, боги обиделись на нее. Ткачиха на ткацком станке окаменела. Ну, такой случай, да, вот есть изображение окаменелой женщины в восточной части около Игры, на высоте можно увидеть ткачиху на ткацком станке, но она иногда в год один раз оживает именно в запретный день. И, заканчивая свою работу, нужно было один уток закидывая, она окаменеет. Вот такие вот случаи, которые это существуют. Легенды. Легенды. В ну и, конечно же, всегда лежит, да, что-то. Да, очень интересная история в нардском эпосе. Сатане Гуаша, великая труженица, великая труженица и ткачиха, которая, в общем, известная, одевала своих сыновей. То есть она, до возвращения она ткала ткань и также шила без единого, то есть ошибочного размера. То есть она могла одеть новыми вещами, тоже вот интересно. Она соткала даже, когда Абраскил прогонял табун лошадей, она соткала льняное полотно тоже для того, чтобы перегнать табун. Ну, такие вот умелые руки были у Сатаны Гуаши. Вот у этой витрины, Инга, мы видим очень интересные конфигурации полотенца. Mm-hmm. Совершенно, наверное, точно, что оно в каких-то ритуалах, да, принимало участие. Да, Манана, это очень... Вообще полотенца у нас, они уникальные. И все они обрядовые. Все вот то, что восьмиконечные, и трехконечные, и четырехконечные, они обрядовые. Но таких аналогов полотенцев вообще даже среди родственных кавказских народов у нас не встречаются. Ну, уверенно могу сказать, даже ни в одном народе такие полотенца не встречаются. Это говорит о древности народа, вообще пронесящей сквозь времени. Такие полотенца восьмиконечные в основном вытаскивали, вывешивали на свадьбах. Это не раздаривали даже, обязательно атрибутом свадебного именно невесты, то есть с собой брала восьмиконечное, трех- и четырехконечное полотенце. Может быть, не все, но четырехконечное полотенце, она всегда должна была быть с ней в новом доме. Это как оберег. А то, что касается вот именно трехконечного полотенца, мы его называем царь полотенца. Это 18 века. Очень интересно, появляются здесь махровые плетения. То есть тут мы видим льняные нити и хб-нити. То есть
где-то на ткацком станке уже умели в 18 веке делать махровые полотенца. Это тоже ценное. Ну и, конечно же, сам вообще интересный, вот именно короткая часть мы видим полотенца с прорезью. Это особо почетным гостям в основном доставали. У нас большие свадьбы. Конечно же, были старцы, которые их отличали от общей, допустим, родственников, гостей. Они как, так скажем, как святые мы их воспринимаем. Понимаете? Поэтому эти полотенца давали им, самым почетным, самым дорогим старцам. И прорезь самому почетному одевали. На голову он одевал через прорезь, и полностью грудь был закрыт, вот именно грудь. А рядом сидящим на колени клали вот эти концы полотенца. И фактически смысл. Да. Ну, вообще, нумерологией тоже никто у нас не занимается. Три обычно бывает очень интересное число, даже у многих народов. Но у нас тоже обычно три, когда у нас очень много элементов. Есть трехножка, есть, ты знаешь, вот поминальные свечи тоже на трех ножках. Бывает на четырех ножках, но в основном на трех ножке. Но да, цепь тоже на три части делится от элементов. И вот это три число уникальное, то есть оно является как мироздание, можно назвать. Это небо, пространство и, конечно же, земля, на котором мы с вами живем. То есть Троица для абхазов это была все время и святая. Даже до христианской даже вот элементы. Здесь даже в некоторых элементах полотенца мы видим кресты тоже дохристианской, ну, солярные знаки в основном. Восьмиконечные полотенца тоже уникальные, они 8 число. У многих народов 8 число тоже является, вот у евреев, я знаю, 8 свечей, которые несут определенную информацию. Есть 8 у нас часто встречается восьмиконечная звезда, тоже уникально, тоже со срока, который сбивает, да, это восьмиконечную звезду, которая обыгрывает своих братьев. 8 число уникально то, что даже встречается очень в бронзовом, вот именно топорах в бронзовом веке. Там есть очеловеченное солнце с 8 лучами тоже. Тоже говорит о том, что тоже определенное 8 число – это жизнь, это свет, тепло, которое издается. Ну, также мы же на свадьбах вытаскиваем тоже вот такие полотенца, вытаскивали во всяком случае. Это продолжение рода, рост новой семьи. Конечно, очень много символов, которые несет информацию. Когда приводили невесту, одевали, накрывали невесту, и со всех сторон она была защищена, так считается. Но если его раскрыть, полотенце, он образует крест. Вот равномерный крест, он часто встречается у нас и в каменных рисунках встречается, и здесь мы у нас в археологии мы видим. Да. И также вот этот ровные концы, когда раскрывается, он является как крест тоже, один из таких элементов. Но дохристианское тоже, как солярный знак, как защита. Говоря вот именно тоже о солярных знаках, тоже вот свастика. Это 4 стихии, да, которые обозначают. Mm-hmm. Ну, такие элементы, 4 число, очень уникальные тоже. Вот, они имеют входы абхазов, тоже имеют определенный смысл. Да. Но говоря о льняном ткачестве, это очень интересная тема. Вообще в древности, еще при Геродоте, тоже говорили, что отсюда вывозили льняные полотна. Они назывались сердолическими. И они сравнивали его с египетскими льняными полотнами. Настолько они были ценные и настолько были они качественные. То есть тот же период, что и египетские. Египет. Но если мы говорим еще о шумерах, хатов, вообще вот Малая Азия, может даже они, наши вот именно льняные полотна, они даже древнее, я так думаю, во всяком случае. Пока еще вот именно начинание или до конца углублено, вот не изучено солярные знаки наши и также вот именно орнаменты тоже. Но в льняных полотнах очень хорошо выражено древо жизни. Ну, у многих народов тоже древо жизни существует, и здесь тоже у нас великолепное вот именно домотканых подзорах, очень хорошо на стенниках они изображают. Но древо жизни тоже интересный смысл, да? Это жизнь, продолжение жизни, это оберег тоже, и, конечно, имеющий магическую силу. Но интересно еще в ткачестве изображение павлин.
Вот эти павлины, почему я его не оставляю, павлины, они очень широко распространяются по всей территории Абхазии. Ну, а они, во-первых, стилизованных очень много. Есть цепью прямо несколько, до 10, иногда до 7 изображений павлинов. Ну, настолько они красивы в качестве тоже. Вот, это красивая птица. Может, даже в Абхазии держали у себя дома павлины. И наверняка они срисовывали вот именно в ткачестве тоже очень, очень распространенные павлины. Хотя у многих народов они являются священными. Но у нас они как красивая птица, наверное, так думаю, потому что многие виды перелетные птицы, да, вот тоже изображают. Но есть и обряд, в обрядовых случаях изображают домашних птиц, петухов в основном. Ну, у нас очень много обрядов связано с жертвенностью, когда приносят жертву петуха, тоже вот один из таких элементов. Ну,